Приветствую вас. Наталья, вам хорошо ответил мой коллега, Кудряшов Игорь Леонидович. Я думаю, что вряд ли к его ответу можно что-то добавить. Ну, такое, чтобы вот прям качественно. Чтобы прям вот такое принципиально, скажем так, иное, да? Хорошо ответил вам мой коллега, думаю, что к его совету, к его рекомендации, точнее, вам надо в любом случае прислушаться, потому что он сказал вам очень правильные мысли, вот. Но поскольку его ответ вы не выбрали лучшим, до сих пор вообще не выбрали ответа, вот, то я тоже постараюсь вам ответить. И начну я вот с какого момента. Почему бы вам, Наталья, не быть самой собой? Как сказал вам мой коллега, постоянно сравниваете себя с другими, но зачем? Для чего? Постоянно равняетесь на кого-то, на других, но опять же, для чего? Зачем? Да, вы не занимаетесь чем-то таким важным, как занимаются другие, по вашему мнению, но вы не должны. Представьте себе, что бы было, если бы все занимались чем-то важным, такого масштаба, как те люди, которых вы описываете. Это было бы абсолютно ужасно. Это первое. Второе. Вы хотите в глубине души, как мне показалось, чтобы все люди были одинаковыми. Простите, но мне почему-то кажется, что для вас это был бы чуть ли не идеальный мир, в котором все просто одинаковые. Одинаковые в своих желаниях, в своих потребности, в своих делах, вот, одинаковые в своих уровнях, в своих возможностях, в своих целях, в своих времяпровождениях и так далее. Я думаю, это было бы очень скучно, такого рода жизнь. И природа сделала так, что все люди у нас разные, и каждый занимается чем-то своим. И я считаю, что это здорово. Давайте прислушаемся к себе и подумаем, откуда это постоянное желание все время быть какой-то вот хорошей, время чего-то добиваться, время чего-то достигать. Это первое. Второе. Вы говорите, что хотели бы поддерживать своего, мужчину, да, вот, который у вас был. Может быть и так, я вам охотно верю, но обладаете ли вы этими качествами для того, чтобы его поддерживать? Ведь чтобы поддерживать мужчину, нужно быть в некоторой степени домашней, в некоторой степени скромной, в некоторой степени менее амбициозный,
чем, ну, вот, мужчина, да? Но вы же не такая. Вряд ли вы будете это отрицать. Вы же не такая. Вам нужно чего-то достигать. Вам нужно чего-то добиваться. И здесь правильно сказал мой коллега, что вы пытаетесь конкурировать с своим мужчиной, от этого он и потерял к вам интерес. Понимаете? Ну, здесь все мой коллега правильно сказал, поэтому я полагаю, что мне остается только дополнять его ответы, точнее. Так что не удивляйтесь. Вот. Значит, что еще я могу вам сказать, что еще могу добавить, да? Вот вы говорите, как, почему я не могу стать продуктивнее, а вы продуктивны так, насколько вы хотите. А для чего становиться еще более продуктивной? А далее, почему я не могу получать удовольствие от жизни без чувства вины? А чувство вины – это голос родителей. А, у вас. То есть, как бы, это родительский голос звучит у вас в сознании, когда вы испытываете, ну, когда вы вот чувствуете вину. Понимаете? Это родительский голос вас обвиняет в том, что вы вот такая-сякая, не занимаетесь, значит, тем, что нужно, да, и как бы там прохлаждаетесь, там, например, ну или что-то типа того. Вот. Это родительский голос. И избавиться от чувства вины не нужно. Избавляться от чувства вины не нужно. Нужно понять, что хочет голос, родительский голос для вас. Только не то, что он говорит, да, это было бы, на мой взгляд, не совсем правильно. А понять нужно скорее то, чего родители хотят для вас. То есть несколько лучше и правильнее смотреть, что нужно вашему родителю от вас и для вас. И когда вы научитесь своему внутреннему родителю говорить «нет», когда вы научитесь его для начала отслеживать хотя бы, просто, то есть понимать: «О, сейчас у меня родитель говорит», «О, опять родитель голос подал», «О, опять родитель чего-то хочет». Когда вы поймете, что к вам это отношение никакого не имеет, что родители преследуют свои цели в силу ряда причин, да, в силу их собственной неудовлетворенности, как сказал мой коллега, в силу каких-то их проблем, в силу определенных установок, которые у них были, и эти установки были далеко не самыми, ну, скажем так, хорошими, да, не самыми положительными для них, вот. Вот когда вы все это сможете для себя увидеть, когда вы все это сможете прочувствовать, когда вы все это, по сути, будете отслеживать и видеть, тогда у вас чувства вины не будет. Потому что сейчас родительские наставления и убеждения, которые вы слышали в детстве по поводу того, что ты должна быть сильной и так далее, и так далее, и так далее, вы сделали неотъемлемой частью своей жизни. Это, знаете как, вот есть такой драйвер, да, психология, есть такое понятие психологии, как, ну, вообще, как драйверы, это определяющие такие
ну, определяющие установки человека. Вот. И вот у вас драйвер всегда. То есть, что это означает, да? Драйвер всегда. Драйвер всегда означает, что вы стремитесь покорять определенные вершины. Ну, вообще, определенные вершины. Хотите покорять определенные вершины. Когда вы это делаете, то есть, когда вы достигаете чего-то, когда вы достигаете каких-то вершин, вот, вы сразу за ней видите еще одну вершину, и так постоянно. По факту, вы не хвалите себя за свои достижения. По факту, мне кажется, вы вообще себя не хвалите, что является, значит, одним из ключевых аспектов подобного драйвера. Вот. И здесь уместно будет привести миф о Геракле, или легенду о Геракле, вот, который должен был, значит, совершить определенное количество подвигов для того, чтобы, значит, ну, чтобы его приняли вот на, так сказать, Олимп, да, вот, обратно. Но при этом он уже был достоин этого всего, вот. И он очень много, да, по сути, жизнь свою положил на то, чтобы добиться, вот, того, что ему и так принадлежало по праву. И тем же, по сути, занимаетесь и вы. Тем же самым занимаетесь и вы. Вы также пытаетесь добиться того, что уже ваше. Только нужно это увидеть. Только нужно это принять. Только нужно это почувствовать. Только это нужно себе разрешить. Вот вы себе пока не разрешаете. Вот. Подумайте, чего в детстве хотели для вас родители. Подумайте, в какой форме они для вас это преподносили. Подумайте, чего хотели вы в том же детстве. И подумайте, какая форма наиболее приемлема для вас. Подумайте, каких последствий хотели бы для вас родители в общих чертах, в общих, не конкретно. По итогу, чего родители хотели? И что по итогу получили вы? Вот, я полагаю, что об этом, обо всем и нужно вам как следует подумать. Что касается, так, значит, я хочу тренажерный зал, все остальное время посвящаю приятный отдых, да, мне нет личной жизни, но к этому я пока не готова. Несколько месяцев назад развелась с мужем, чувствую, что мне нужно побыть одной, наладить сначала отношения с собой. Это хорошо, что вы поняли, что вам нужно наладить отношения с собой, хорошо, что вы поняли, что к новым отношениям вы не готовы, но сразу скажу, что если вы не проживаете этот период с психологом, то есть не работаете с психологом в это время, то куда меньше вероятность, что вы сможете что-то действительно для себя понять. И куда больше вероятность, что все останется, по сути, так же, на том же уровне, что и было. Просто потому, что вам самой поменяться будет сложно, а перемены нужны. Ведь по сути, все это именно из-за того, что вот вы сравниваете себя с другими. Ну, опять же, как сказал мой коллега. Вот. Поэтому развод — это травма. Всегда. Это одна из самых таких тяжелых
травм. Вот. И, собственно говоря, переживать эту травму нужно не в одиночку, а с психологом. Вот. А то, что вы делаете сейчас, ну, это... Вот вы опять побудете там, ну, да, одна, влюбитесь, ну, кого-то. Ну, вот опять будет все то же самое. Вот. Вы очень так активно приводили в пример своего мужа, да? То есть, ну, говорили, какой он, вот какой он, как он, чем занимается всем. Вот такой прям робот. Вот. Моя подруга, вот она такая, 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 а я не такая. Но ведь это все не помешало этим людям выбрать вас в жены, в друзья и так далее. Наше дело здесь не в этом. Наше дело здесь не в том, что вы кто чего добился в жизни. Наше дело здесь все-таки в другом, в чем-то. Вот вы не считаете так? Понимаете, какая история? Дальше. Так, ну понятно, вы себя сравниваете, об этом, в принципе, уже много очень вы пишете, вот. А я не такая, вот и примите себя не такой, вы не должны и не должны быть такой, такой. Так, я пока не знаю, что является делом моей жизни. Вот я вам скажу, что является делом жизни человека. Значит, делом жизни человека является то, что, с одной стороны, соответствует его ценностям, то есть это, ну, то, что является ценностями, то есть любимое дело это производное от, значит, А, да? А. Ценностей, которые есть у человека, его собственного, его собственных ценностей. Б. Его способности. То есть способности человека, изначальные способности человека, да? Изначальные способности человека. Плюс его ценность. И вот когда и ценности, и способности максимально совпадают, да, максимально совпадают вообще. Именно тогда и возникает дело всей жизни. И такое дело может быть не одно, такое дело может быть и не два, и не три, и не четыре. Именно поэтому ваш муж ведет себя так. У него ценность развития, и пусть это будет его ценностью на здоровье. Но, что немаловажно, у него есть способность к этому. У него есть способность к тому, чтобы эту ценность реализовывать. И поэтому для него любые двери открыты. Все двери для него открыты. Именно по этой причине. Не потому, что он какой-то там супер-пупер, да, не потому, что он какой-то там гениальный, не потому, что он там что-то знает, что-то умеет такое, чего не знаете, не умеете вы. Нет.
у него просто получилось вот это вот сочетание, идеальное сочетание, так сказать. Вот. А вы просто еще, вот, может быть, не знаете, да, не знаете того, как у вас ценности, и не соотносите их с своими способностями. Вот. Вот так можно очень легко найти дело. И самое главное заключается в том, что поскольку способности и ценности у всех разные, то и дело может быть у всех тоже разное дело настолько, что оно абсолютно не похоже на дела других. И именно поэтому, именно по этой причине люди такие уникальные. Именно по этой причине так интересно жить. Понимаете? Какая история? Вот я думаю, что так можно вам именно на этот момент ответить, да? И вы не ленивы, просто способности у каждого свои. Просто свои способности нужно признать. Дальше. Так, я свободное время, много сижу в интернете, не представляю свою жизнь без путешествий. Ну, путешествие — это прекрасно. Что касается много проведения времени в интернете, то это, конечно, да, это не очень хорошо, но опять же нужно понять, понимать, с какой целью вы там сидите. Ну да, мне кажется, что не достичь мне никогда его уровня, так как в отличие от него, я лентяйка, считаю, что смысл жизни — получение удовольствия. А с чего вы вообще должны были, достигать его уровня? Зачем достигать его уровня? Вот зачем? Не совсем понятно. У вас свой уровень. На его уровне вам было бы неинтересно, опять же, как сказал мой коллега. Понимаете? И это справедливо. Это вполне, черт возьми, справедливо. Это вполне нормально. Такая история. Понимаете? Вот. Интерес, ваш бывший муж потерял к вам не поэтому, а потерял он интерес к вам как раз таки потому, что вы пытались достичь его уровня. Вот. И именно по этой причине мужчина потерял к вам интерес на самом деле. Вот. То есть, только по этой причине. Он понял, что вы интересуетесь им, и почувствовал, что вы интересуетесь им не как мужчиной, а вы интересуетесь им скорее как, скорее только как каким-то, знаете, идолом, каким-то кумиром, на которого нужно ориентироваться. И мужчина поэтому потерял к вам интерес. Но вначале ему нравилось то, как вы им восхищаетесь. Поначалу ему это нравилось. А потом это восхищение, оно просто надоело, и он не увидел. А мужчина-то меня вообще чувствует? Нет, мужчина меня не чувствует. Меня не принимают до конца. Но и восхищаются, но не принимают. Вот. И вы тоже, скорее всего, вы не можете человека просто принимать. Вы им либо восхищаетесь, либо нет. То есть любого человека вы не принимаете.
И мужчина понял, что, ну, почувствовал, возможно, что принимаете вы его вот таким только, и все. Как бы. Это, конечно же, неприятно. Вот. На самом деле. Это нормально. Вот. Так что, я думаю, что понимаете, мужчина же, он выбрал вас, да, он выбрал вас, как бы, в жены-то. И раз он выбрал вас, значит, несмотря на то, что вы были не его, как вы говорите, уровня, да, вот, то, значит, дело не в этом, не в уровне дела. Он же не думал, что вы будете там, ну, как-то, да, развиваться, он же не думал, что вы будете там становиться, ну, там, лучше и так далее, и так далее. Нет, скорее всего, нет. Он принимал вас вот такой, какая вы есть. А вы себя не принимали. А человек, который не принимает себя полностью до конца, не наслаждается собой, не наслаждается собой, но он другого принять не может. Понимаете? Может быть, мужчина потому и выбрал вас, что ему нравилось вас, вот это вот, ну, вот это вот стремление к удовольствию. Вот. А когда вы начали стыдиться этого, ну вот, тут же все и тут же и проблемы появились. У вас, как бы, обоих, скажем так. Вот. И потом, как-то странно, знаете, потерял интерес. То есть я, конечно, не знаю, но обычный интерес имеют юноши, интерес имеют там парни, интерес имеют девушки, но интерес имеют те, кто вот встречается, да, как бы, то есть, ну, недостаточно, может быть, зрелые еще люди, вот, но те, кто вроде как уже создали семью, да, вот, это, конечно, странно, значит, потерять интерес, а если есть любовь, то любовь это полное принятие, а у вас, вот, принятие как-то не ощущается, не чувствуется, что вы, что мужчина, например, вас принимал. Я, конечно, не знаю, но выглядит все это вот именно так, именно так. Дальше, так, он делает что-то полезное, так, значит, недавно узнала о Греге Мартенсоне, он строчку для детей Пакистана, так, я много раз пока не хотел больше развивать. Так, ну, соответственно, вот, когда вы работаете так, вы несчастны, вы устаете, это не ваш, способность у вас в другом. Вот, скорее всего, вы, возможно, более творческий человек. Вот, то есть вы менее методичный и более творческий человек. И это нормально. Это нормально. Ваша цель принять себя так, вот такой. Вот, и увидеть, что мешает. Мешает чувство вины. А с чувством вины нужно работать. Да. С чувством вины нужно работать. Это безусловно. Вот. А работать нужно вот, значит, через определение того, что есть такое вообще вина, да, что она из себя представляет. Вот. Кто говорит, грубо говоря, кто говорит
какой голос звучит, когда вы себя обвиняете? Это вот важно. Вот так. Значит, дальше. Так, какая я жалкая своими глупыми интересами. Так, вот, какая я жалкая со своими интересами, но могла бы ведь как они, да? Это не ваша позиция, это позиция родителей. И вам нужно отделить в себе эту составляющую часть себя. Потому что родитель человеку нужен для коррекции, для соблюдения моральных норм, для этики. Но не для таких разрушающих вещей. И я понимаю, что вы это не контролируете, я понимаю, что вы не можете это контролировать, я прекрасно это понимаю, но это ничего не меняет, по сути дела, это ничего не меняет. Вот это слова, это не ваши слова, да, это не ваши слова, это слова других людей. Почему не ваши? Потому что сам человек, он не может так считать. Человек вот простой. Человек простой. Человек делает что-то, ему нравится, и все хорошо. Человеку что-то нужно больше для чего-то, он это делает, и все, тоже все хорошо. Вот. Человек воспитывается в определенной среде, допустим. Да, допустим, человек воспитывается в определенной среде. И у него вот, значит, ну, у него такие ценности есть, как бы. И эти ценности, они адекватны. У него такие ценности, такие идеалы, это все хорошо. С этим нет проблем абсолютно никаких, никаких. Это нужно понимать. Вот. Поэтому это не ваши слова. Это не, вот, собственно, это не то, что вы сами считаете. Не то, что вы сами думаете. Это голос ваших родителей. Это голос именно их. И вот разбираться нужно с ним. Откуда, почему, для чего, чего хочет этот голос, да? Вот именно, именно это и нужно вам определить. Определите это. И сможете жить спокойно. Вот. Диссонанс больше не будет вам мешать, ну, потому что вы будете свободны. Вот. Так я понимаю, живете в постоянном напряжении, в постоянной борьбе. Вот. Это, конечно, неприятно, безусловно. Вот. Вот так. А дальше, что еще можно сказать? Я очень запутался, то ли я делаю в жизни что-то не так, отчего у меня мотивация не развиваться, то ли просто так, я такой тип человека, что мне нужно много свободного времени, это нормально. Вот, да, это нормально. Но от понимания того, что это нормально, вам легче и легче не станет. Да? Вот, потому что голос-то все равно звучать будет, именно голос, он все равно будет звучать у вас в сознании. Вот. Поэтому там именно с голосом разобраться. И учиться, с одной стороны, говорить нет, с другой стороны, значит, понимать, почему он имеет место быть. Да? Вот. То есть, мне кажется, очень интересная история. Мне кажется, очень интересная история. Значит, что вот вы говорите. Значит, что я человек, мне там нужно, значит, ну, свое пространство и так далее. Но при этом вы говорите, что хотите, значит, там чего-то добиться. Это такое ощущение, что есть некая противоречивая установка, да? С одной стороны, я должен добиться успеха, но с другой стороны, я нуждаюсь в удовольствии. То есть, родители вас гласно воспитывали в том ключе, что ты должен быть сильным, должен добиваться, должен чего-то делать, а негласно. Родители говорили вам, скорее всего, что нужно все-таки можно расслабляться, все-таки нужно получать удовольствие, понимаете? И отличие вас от вашего мужа в том, что ему гласно говорили, что развитие это хорошо, развитие здорово, и показывали ему прелесть этого на личном примере, вот. При этом не принуждая его, позволяя ему свободно развиваться.
А вас принуждали, свободно развиваться не позволяли и, вероятно, демонстрировали еще и то, что удовольствие все-таки, ну, можно все-таки, знаете, как говорят, за закрытыми дверями. Вот. Это когда в парадной все круто, все правильно, да? А за закрытыми дверями, типа, неофициальная часть проходит. Вот. Такая вот история. И это, конечно, полностью дезориентирует. Вот и диссонанс у вас, он оттуда же диссонанс на самом-то деле возникает, понимаете? Вот. Он же не просто так. Как? Ну вот. Поэтому я думаю, что на ваш, вот так вам можно ответить, по сути дела. Ну, если, конечно, вы ориентированы именно на то, чтобы реально менять что-то в своей жизни, да? Вот. Значит, так. То еще? Ну и вопрос. Вопрос вы, по сути, задали сверху, да, то есть вопрос у вас было два вопроса. Значит, почему я не могу стать продуктивнее, потому что продуктивнее хотите стать не вы, а чуждая вам часть вашей личности, вот, которая к вам отношения как таковой не имеет, вот, ну а чувство вины я уже сказал, да, чувство вины связано вот именно с тем, что родители хотят для вас определенных вещей, определенных моментов, вот, на самом деле, хотят они всего этого для себя, на самом деле, вот. Но думают, что таким образом помогают вам. Знаете, это вот такая позиция классическая близкого человека, что он думает, что все делает на благо. Все делает во благо, все делает во благо. Вот. Но, к сожалению, это далеко не всегда так. Вот. Но проблема в том, что не родители этого не понимают. Вот. Ну и, соответственно, чувство вины, да, можно и нужно избавляться. Для этого есть специальные методики, да. Вот. Так что выбирайте себе эксперта на нашем сайте. Вот. И начинайте работать. Я думаю, что все поправимо. Все можно изменить. Все можно подкорректировать. Вот. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.